Всем доброго утра. Мы сейчас уже с Антохой попили чай. Афоня уже в садике. А там сандалики бери только вот эти синие, потому что те же мокрые. А где они сейчас? Вон там стоят, но они мокрые. Мы уже чуть даже повязали Петрушечку. Сейчас я тебе подам, сына, сандалики. У нас уже обед. Гречка с мясом. А дети уже компьютер принесли. Привезли нам компьютер, поменяли там, это блок питания, да, поменяли. 1400 он стоит, так что сейчас будем проверять его. Ты подключай это. Угу. Гриша, внимание, сейчас внимание! Будут играть в Sims 3. Загрузился новый Sims 3, вперед в будущее. Вперед в будущее. Сестри, вперед в будущее. Наполнение. Да, да, сейчас наполнение. Загрузится. Авто. Зация. Блю. Так, все я сделала. Посуду перемыла. В общем, везде там порядки понаводила. Сейчас посмотрим. Будем вязать, в общем. Съездили же мы с Антохой сегодня с утра в больницу, и нам не подписали справку, потому что у Антоши там что-то с кардиограммой, синусовая, там чего-то. Сейчас я тебе прикручу. Вот. И сказали, что нам нужно к кардиологу. Ой. Я позвонила в музыкалку. Вот, а потому что справка должна быть для того, чтобы нас приняли до 1 сентября дана. Мне сказали, что это наша детская, всем так расшифровывают. Ну, нам сразу в поликлинике сказали, что это ничего страшного, это возрастное. То есть, когда тело, например, растет, а органы не успевают. Ну, в общем, как-то вот так вот это все объяснили. Я позвонила в музыкалку, нам точно так же сказали, нужно сделать в платной кардиограмму, там, где все расшифровывают более подробно, чем в Динской. Потому что нашу кардиограмму с третьего раза только сделали здесь, она не получалась, потому что Антоша худюсенький, и к его как бы коже все это присасывается, ну там что-то датчики не срабатывали, поэтому поедем сегодня еще в платную делать. Посмотрим, что там. И сразу сказать, что нам для хореографии, чтобы расшифровывали более подробно, то есть смотрели, это действительно патология, либо это возрастная, вот это вот синусовая, там что-то дальше, там какие-то три слова было. Вот, так что поедем сегодня в платную все уточнять. 350 рублей она стоит, кардиограмму. Вот, с 4 часов делают, мы уже записались. Потом Антоху заберу немножко раньше с садика. Поедем сегодня еще в 4 забрать на кардиограмму, в 5 на собрание в детский сад, а в 6 на получение учебников Гриши в школу. В общем, сегодня у нас супер вечер. Вот Антошка забрала из садика. Сейчас идем еще раз делать кардиограмму, да? Потому что я вырыгнул. Ну да, что-то он в садике вырыгнул, ну, не знаю, что ты вырыгнул. Стошнило меня. Да? Еще я сплю браслетом. Покажи. Два штучки, да? Угу. Я ко мне подумала. Я еще не 4 сделала, я на 5 сделала. Угу. Ну что, пошли? Так, все, мы уже дома, сделали кардиограмму повторно. Не знаю, что там было 2 недели назад, получается, мы 14 августа ее делали. И тогда показала синусовый ритм, вот как было дословно написано. Сегодня ничего не было. Не знаю, тогда же мы ее делали в обед, она говорит, может быть, из-за того, что был в обед, с садика, ну, то есть бегал, да, там активный был. А сейчас я его забрала с садика как раз, когда он проснулся. То есть, может быть, из-за этого, не знаю. Но сейчас вообще, говорит, идеальная кардиограмма и пульс идеальный. Поэтому, не знаю, ну, сохранить 2 кардиограммы, чтобы на следующий год опять же нужно будет проходить эту комиссию, чтобы посмотреть вообще, ну, то есть, да, наблюдать за сердцебиением, за ритмом. Ты что там? Рыба? Ничего даже нету?
Живые, короче, да? Да, как они прикольно бегают. 50 рублей стоит такая штука. Коробочка. Так, получила я учебники. В общем, первым делом это дневник. Теперь они все будут одинаковые. Вот такой дневник кубанского школьника, 2017 год. И, в общем, он внутри самый обычный. Ой, и он как трещит. Флаг Краснодарского края. В общем, здесь все про Кубань. Есть описание уроков. А здесь есть еще, видите, такие сноски о верху, да, либо вот в чем уникальность Сочинского национального парка. Такие вот всякие шпаргалочки интересные про наш край. Вот. Такой вот дневник. Технология. Технологию рисования. Это изобразительное искусство и музыку нужно убрать. Этими учебниками никто пользоваться не будет. Вот русский язык вот такой вот у нас. Кто у нас? Автор Иванов. Вот такой вот первая, вторая часть. Также литературное чтение, первая, вторая часть. Что еще? Математика, первая, вторая часть. Что тут за математика? В общем, какая-то математика. Даже кто-то подписал книжку. Вот тоже первая, вторая часть. Это уже английский. Вот такие вот большие книги Афанасьева и Михеева. И окружающий мир. Вот, так что будем учить с Григорием. Вот, получилось 13 книг и дневник. Все, с Антошкой не знаю, еще раз дома вырвал. Что это такое? Температуры никакой нет, никаких признаков. Не знаю, что это. Но буду смотреть, еще наблюдать за ними, естественно. У меня сегодня вообще трудный вечер, потому что нужно в компьютере все настроить, чтобы выставлять видео. Потому что это пипец, там переустановили Windows, то есть это голый компьютер, без ничего, без всяких программок, так что буду там все настраивать под себя, все пароли, все это надо теперь делать. Вот сейчас пойду гляну, что там дети, и как стемнеет, буду все настраивать. Это Гришки тыква, посмотрите, как начала расти. Гриша говорит, а то у меня здесь на тыкве огурцы цветут. А то, что тыква цветет так же, как и огурцы, вот, еще висит, как будто арбузик какой-то. Тут больше не видно. А вот еще тыква. Афонька пришел одевать кофту, а то у нас похолодало, да? Да. Тебе холодно? Да. Надо кофточку одевать. Как? Линолеум. Сильно холодно? Да. Блин. Кто там? О, что это такое? Самолет летел? Да. Да. Так, папа где был? На собрании? Да. А ты где был? Папа. На улице или нет? А где был улице? Был на улице? А папа был на собрании. А папа был на собрании, да? Мама, как? Антошка, ну что ты там? Отстирается. Мимо! Один мяч мы уже прокусили. Рек? Да, он нам и гол занес. Молодец, иди. Так какой счет? Папа.
Ой, пап, я замерзла, я пошла в комнату. Да у меня же там компьютер, надо же теперь настраивать. О, все, мужа, власть закончилась. О, он опять гол занес. Так, Антошка сегодня дома остался, да? Полежит дома, мы еще за ним посмотрим. А телевизор, мама, за ним понаблюдает? Да, понаблюдаем за ним.